мессианская история и церковь. Если помните, мы остановились на фразе, которая как бы очень хорошо осталась в память многих из вас. Это в том, что община, то есть верующие иудеи, которые соблюдали установление часы молитв, все ритуальные предписания закона Моисеева, даже мы говорили о том, что Рав Шаул или же Павел сам подчинялся пресвитерам общины, церкви, да, лидерам общины, чтобы пройти от ритуальное очищение, чтобы все понимали, что он не отошел от предписаний Торы. И таким образом никакого противоречия с иудейством или иудейской частью община никогда не имела. Понимаете, да? Вот в то время она не имела противоречия с иудейским образом жизни. И не было разделения. Помните, как говорили. Продолжая тему о деяниях апостолов, мы должны понимать, что период, который описан примерно в деяниях апостолов, это примерно 30 с лишним лет, может быть. Примерно. Примерно 30 с лишним лет. Но мы четко понимаем, что это до разрушения храма. Валик, можно чуть-чуть тише, потому что это оно гудит. Да. А, вот так лучше. Я могу говорить громче, если нужно. Поэтому, если деяния апостолов записаны до разрушения храма, потому что, откуда мы знаем, потому что нигде не упоминается о том, что храм был взят или был разрушен. Поэтому все, что мы знаем, это история деяния апостола, развития и распространения мессианского движения, мессианской веры. Позже она называлась многие христиане в Антиохии, в русле до храма. А остальное все уже была история, которая у нас частично есть, записанная Флавием и другими историками, частично. Но что мы знаем конкретно о деяниях апостолов? Что мы имеем? То, что мы вот в Библии имеем, это всего лишь скудный сбор информации, который у нас есть. Иногда он очень противоречивый. Мы имеем частичную. У нас нет всей информации о том, что делали апостолы. Чаще всего это взято из поздних предписаний, поздних каких-то писем. И было сложено это как бы, деяние апостолов. Но при всем этом ранние источники не сохранились. Ранние источники не были сохранены. Например, апостол Петр по преданию организовал церковь в Сирии. Хотя мы понимаем, что Павел часто ходил в Антиохию, и там его встречали. А его как бы пребывание в Сирии мы видим из Галатам 2:11, там где есть спор между Павлом и Петром. Помните, да? Где он его немножко так приструнил. Но, конечно, когда пришли от Якова люди, то все напряглись. Пришли же законники, пришли же как бы люди, которые более иудействующие. Что интересно, что позже фактически движение среди проповеди Евангелия распространялось на восток, на северо-запад, Северная Африка. Почему так было важно для того, чтобы проповедовать Евангелие? Не потому, что там это потом уже было частью захвата какой-то территории, каких-то принципов. Мое личное понимание это в том, что когда во время Пятидесятницы, когда люди, 3000 человек в то время присоединилось к общине, они приняли Иешуа Мессию, которые слышали их говорящих, маленькую команду людей, 120 человек, на разных языках, и в тех, где они родились, по сути, они вернулись обратно. И этот опыт или переживание, которое они пережили, стали использовать в своей
естественной жизни, они уверовали, что Иешуа Мессия. Получив крещение Духом Святым и водное погружение, они, возвращаясь обратно в те места, где они были, они становились последователями Иешуа, проповедуя Евангелие. И если мы посмотрим внимательно всю историю миссионерской работы и того же Петра, и того же Павла, то мы увидим, что везде они ездили в места, где сосредоточены были евреи. В синагоге. Я вам могу зачитать несколько мест, которые очень часто как бы цитируются, и особенно говорят, что Павел это тот, кто ушел к язычникам. Он, да, плюнул на все и сказал, все дня я иду к язычникам. Повернулся, пошел в синагогу фактически, там возле дверей. Там школа тирана называлась. Это подготовка, хедер, можно сказать, детский сад. Смотрите, Деяния апостолов, 13 глава, 14 стих. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую. И войдя в синагогу, то есть они пришли в город и пошли в синагогу. В Антиохию пришли. Дальше, Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. В Иконии они пошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая же тогда была синагога там? Большая. Слово «великое» означает «великое». Людей было много. Проповедь Евангелия, она распространялась среди евреев по одной причине. Они жаждали и ждали Мессию. И вот то, что Евангелие проповедовалось, это было знамением для многих евреев, что время оно приблизилось. Многие уверовали, многие не уверовали. Деяния апостолов, 17 глава, 10 стих. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыли, пошли в синагогу. Это 17 глава, 10 стих. Да. Достигнув Ефеса, 18 глава, 19 стих, оставив их там и сами вошедшие в синагогу и рассуждали с иудеями. Есть еще много-много мест. Деяния апостола, 19 глава, 8 стих, придя в синагогу, он проповедовал, небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о вере. 3 месяца что-то делать в синагоге, и он не был изгнан. Другими словами, он был свой среди своих. Как вы думаете, принцип синагоги остался тот же, как сегодня, как он был и в прошлые года? Почему? Написано, что и когда Иешуа был в синагоге, ему дали свиток, он встал и начал читать. И после того, как он прочитал, сделал свои комментарии на это. То, понимаете, да? Момент очень интересный, потому что принцип то есть, как бы молитвы, амида, помните, мы говорили, амид, это то, что стояние. Принцип стояния в синагоге остался тот же. Если кто-нибудь из вас был в Капернауме, там большая белая синагога, да, как бы остатки остались от нее. Есть часть маленькая и расстроена. А если посмотреть, там, где они могли сидеть? На краях? Были лавки, может быть, были лавки. Но если мы говорим о Амиде, которая была еще сделана за 300 лет до Рождества, до Мессии Иешуа, да, утверждена, то есть какой-то принцип. Значит, если Амида означает стояние, значит, все стояли. И сегодня, если придете в синагогу, есть где сидят, а где на самом деле всю службу стоят. Это довольно сложно. Принцип какой? Ты стоишь перед Богом. Даже если трудно, ты стоишь, как бы смиряясь перед лицем Божьим. Но смотрите, Капернаум, небольшой город, но и почти весь поселок должен быть на службе. И если Рав Шаул, который приходил в синагогу, написано, 3 месяца он провел у них там, значит, принцип молитвы 3 раза в день был. Как вы думаете, он приходил туда или нет? Конечно, чтобы
чтобы мог общаться и убеждать и говорить о Писании, нужно было как иудеи, извините, пожалуйста. Так что сказать, что рав Шаул отверг все принципы закона, принципы иудейского образа жизни, нельзя. Абсолютно нельзя, потому что это как бы таким, можно сказать, такое что-то непонятно тогда получается, что он делал вообще, и как он был принимаем иудеями. Но проповедь Евангелия для язычников, это была норма даже для иудеев. Помните, мы говорили, из-за того, что Римская империя, она была толерантна к народностям и к религиям, проповедовать или же делиться своей верой была норма. Почему? Потому что Луки, 7 глава, 5 стих говорит, ибо он любит наш народ и построил нам синагогу. Он любит наш народ и построил нам синагогу. Он, человек был расположен, он любит наш народ. Слушайте, евреев любили еще тогда, оказывается. То есть можно было каким-то образом как бы располагаться к ним. Хотя фактически иудеи должны были его гнушаться. Помните, да? Чтобы с гоем или с другими народами нельзя было с ними кушать, подходить к ним. Обходили, потому что это были языческие города. С язычниками не приветствовали, с ними не сидели, с ними их избегали. Да? А здесь принцип немножко другой. Он говорит, он построил нам синагогу, по секунду. Получается, что евреи какие-то хитрые. С гоями ничего не хотят иметь дело, не здороваться, не сидеть, не кушать, а строить, пожалуйста, нам синагогу постройте. Не вкладывается в разум. Значит, этот человек каким-то образом симпатизировал. Либо он проходил гиюр, то есть это обращение, либо он принимал именно веру иудейскую, но оставаясь при том как бы римским гражданином или же еллином, будем говорить так. То есть, кто такие еллины? Это те, кто евреи, которые были ассимилированы среди греческой культуры. Не имеется и богов, а культуры. Это образ внешний, да, это образованность, это умение чтения, как бы политики и так далее, и так далее. То есть они отличались от иудеев, иудействующих в Израиле. Поэтому, когда пришли от Якова, Петр сразу резко стал иудействующим. И Павел его обличал, говорит, подожди, пришли люди в черном. И ты сразу изменился. Но на самом деле, если посмотрите, сегодня какое-то движение такое, когда люди в черном сильно влияют на тех, кто любят Иисуса, это самое, свободные верующие. Каким-то образом эти люди в черных, я имею в виду в сюртуках, как я, например, да, там белая рубашка, котелок и кипа, да, каким-то образом они сильно влияют на образ. И говорят, о, вот это настоящий религиозный человек, хочу быть таким. А вот этот момент, Павел говорит, подожди секунду, Петр, ты не должен так. То есть не нужно сразу отделять себя от гоев. Вот принцип здесь такой, здесь, что человек любил израильский народ и построил синагогу, и просили, чтобы сделали его милость. Амин. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы много не знаем, что происходило с апостолами. Фактически мало что. Но понимаем, что апостол Петр пострадал, то есть он умер смертью, которая стала легендой, либо преданием, которое люди говорят, что он был распят вниз головой. Но также есть предание, что он начал общину в Вавилоне, то есть и мессианскую общину в Вавилоне. Я буду говорить некоторые вещи, потом связанные с вавилонской общиной, потом позже, потому что настолько все было переплетено, евреи и неевреи, они жили, вот как бы приходя в синагогу, они жили этой жизнью евреев, принимая Мессию Иешуа. Мы знаем, что и в Риме
есть нашли, или как бы по преданиям есть место, где захоронен Петр и Павел. Я был на том месте, где Павел был, сидел в тюрьме, по преданиям. Но несмотря на этот... А? Нет, это по... такой есть Климент Римский, да, он пишет о том, что они были захоронены там, что это примерно 200-й год, что они там были захоронены. Ну, неизвестно, в Ватикане или нет, это уже как бы предание, это как бы много что изменилось, друзья. 1500, да, 1500 лет забвения, церковного забвения могло такого накрутить. Я вам скажу, почему фактически и начался разделение между иудеями и христианами. Потому что каждый начал писать небылицы. Небылицы. Одни писали истории об Иисусе, небылицы, неправду, да, кроме Евангелия, которое мы имели, потом есть так называемое Евангелие детства, Евангелие царства, Евангелие там еще каких-то таких вот. И везде Иисуса, это уже позднее, это уже где-то 3-4 век, да, такой вот. Это Иисуса делали супербогом, который делал супер дела, и в свою очередь иудейская община на тот, что мы говорили, на ту Амиду, которую они утвердили, да, вот 18 стояний этих вот молитв, все, и 19-я молитва против иноверцев, это была реакция на то, что делали, Бог говорит, не евреи, христиане, и те рассказы, которые были, ну, как бы против иудействующих, против евреев. Вот понимаете, да, это было противление такое. И в свою очередь, как бы, нужно было и еврейскому народу выводить свой народ из тупика, в который попали. После разрушения храма нету жертвы, нету как бы момента очищения. Нужно было созидать новый вид иудаизма, который на самом деле отличался от библейского, который завещал Моше, и Бог завещал народу. Пошла другая совсем в другом русле. Мы также знаем, что единственный, кто остался в живых из апостолов, был Иоанн, да? Он прожил больше всего самую длинную жизнь. И фактически Евангелие от Иоанна было написано по самым последним. Да. Он пишет его последним. Именно сначала он пишет первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, а потом он пишет Евангелие, как последний свидетель всего, что происходило. И вы увидите именно в Евангелии от Иоанна все 3 года служения Иешуа. Там больше всего отмечены чудеса, знамения, истории, которые раньше... То есть он описывает уже то, чтобы осталось, потому что он единственный, кто остался в живых на то время. Судьбы других апостолов известны очень мало. О судьбах других апостолов. Очень-очень мало. Только из преданий. Например, Варфоломей или Нафанаил проповедовал в Аравии и Индии. Это история, как бы, только в этой истории. А? Натан. Он умер мученической смертью. С него сняли в живьем кожу. Да, весело. И мы говорим, это тоже предание. В тех же примерно местах проповедовал апостол Фома, который был убит во время молитвы стрелой. Его просто... Ну да. Кому легче. Мы знаем, как... Ну да. Мы знаем, апостол Андрей, он путешествовал в Скифии, Греции, Малой Азии, и фактически доходил до
мест, где сегодняшний Киев, от Одесской области, конечно, потому что здесь была тоже большая диаспора. И так, шутки шутками, хотя это самое, я вам скажу, Белгород-Днестровский был один из мест, куда могли приходить корабли. И это очень старинная крепость, город Тира. И там была еврейская община большая. И опять же, мы говорим, когда апостолы ездили или говорим, путешествовали для проповеди Евангелия, они не приезжали, он говорит так, в поселок людоедов, и говорит, я пришел вам рассказать об Иисусе. Его раз и на кол. Вы понимаете, да, суть? То есть многие так думают, что вот именно и апостолы проповедовали Евангелие таким образом, пошли к язычникам, вот пошли не к язычникам, и все. И никогда не думают о том, что в те уже времена диаспора, еврейская рассеянная диаспора после Вавилонского пленения, она уже была очень большой в местах. И еврейское кладбище, которое находится в Белгород-Днестровске, ему около 2000 лет, даже или больше 2000 лет. Вы понимаете, да? Момент очень интересный. И если Андрей приходил в места, то места, где находились евреи. Скажите, а в Киеве? В Киеве тоже были еврейские поселения. Они были торговцами, они путешествовали везде. Куда можно было доехать, где были люди. И фактически в мир того времени они же не делали так вот, приехали чужестранцы торговать. Они же не сказали, ага, чужие приехали, давайте отчтем им головы все. И они были заинтересованы в торговле, они, чтобы развивалось. И даже возьмите слово Олег, да, князь Олег, или там основатель Киева, кто был? А? Владимир был, он крестил. Кий, Щи и кто? Нет. Олег. Хорий. Хор. Ор. Да. Хорах. Что такое на иврите хора? А? Да. Это танцевать. Так водить хороводы. Да? Может быть, парень сильно был веселый. Ему дали такое имя. Да? Вот момент такие здесь. Мы не знаем. То есть мы не говорим о том, что были евреи или не евреи, не скандинавы были. Я говорю о том, что возможность проповеди Евангелия была только тогда, когда апостол Андрей Первозванный приходил в поселение и там проповедовал. Кому проповедовал? Язычникам это одно. Там он проповедовал одно, пророчествовал там, но он находился у своих, и там их задача была благовествовать своему народу. Услышьте меня, пожалуйста. Потому что Иешуа говорит, идите наипаче к кому? Погибшим овцам дома Израиля. Эта задача была их внутри. Да? И когда они вышли из Иерусалима, они начали проповедовать и ездить в места, где была концентрация евреев. В свою же очередь, как мы говорили, Римская империя была толерантна к религиям. Да? И одна из частей иудейской традиции, это было обращение. То есть ходить и говорить, и обращать гоев, не евреев, в иудаизм. Поэтому существовало в храме было именно место для язычников. То есть не имеется в виду, что они были язычники, поклонялись там языческим богам, а они были обращенные в иудаизм, но они не входили во внутренний двор. У них было свое место, где молиться и все остальное. Они не считались частью Израиля, но они были обращенными. Поэтому это не было новинкой, абсолютно. Абсолютно не было новинкой для того, чтобы проповедовать Евангелие или же обращать не евреев в иудаизм. Это не было новинкой. Но со свободой, которая было предписано в Деяния апостола 15 главе, Слово Божие стало более серьезно и сильнее проповедоваться, и результат обращения не евреев, то есть других народов, стало просто увеличиваться в сотни раз.
потому что не налагалось на них то бремя, которое налагалось во время гиюра, ортодоксально, будем говорить так, то, что требовалось. Фактически, в те времена очень была простая логика. То есть, да, наложи на иноверца, или тот, кто хочет принять Бога Израилева, две-три сложные или тяжелые заповеди. Если исполнит, обрежь его. Весь гиюр был. Наложил на него, он говорит, что я хочу быть, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Он говорит, хорошо, вот заповеди. Налагали на него заповеди. Это почтение субботы, да, не кушать это самое, трефного, там, или там говорят, слово кошер, или там нечистое, чистое, не блудить. То есть то, что написано в этом самом, в Деянии апостолов. Реально, отречься от ложных богов, и что? Если они исповедовали это, и слушались, их обрезали, и все. Вы понимаете, да? Вот таким образом был, такой был гиюр. С такой позиции, да, Рав Шаул говорит, подождите, принимая Иешуа личным спасителем, уже заключение, то обрезанием не нужно завершать это. Ты уже в своем сердце делаешь это. Почему? Потому что обрезание является символом завета земли. А как ты, если ты не еврей, какой ты, кому, ну, ты там не будешь жить, тебе не обещана тебе земля обетованная. Вот здесь начался споры, вот здесь вот начались сами проблемы обрезания, не обрезания. И вот эти проблемы, которые до сих пор сегодня существуют. Должен ли еврей быть обрезанным? Да, да, должен быть. А должен быть не еврей быть обрезанным? А? Что можно? Можно дважды, да? Можно не обрезать, можно обрезать. Суть-то в чем, как бы, если мы становимся частью Израиля, как по вере, да, не евреи, обетование, но обетование наследия земли, таковой по Аврааму, он не может иметь. Поэтому здесь, как бы, оно уже не играет сути самой. Но, как Тимофею, будучи как бы евреем по маме, он взрослый уже в возрасте, его обрезывают. Причина. Не, чтобы для иудеев, но причина, почему не был обрезан. Ага. Очень просто, потому что это Азия, он уже греческая культура, он был еленом. Понимаете, да? И для них это было, не было такой большой проблемы. Они были свободны, вот, принципиально. Но, говорит, веру, которую от бабки твоей передалась к матери твоей, ради иудеев, я это сделаю. Почему? Интересно, он же был пастором одной из самых больших общин Азии. Количество членов общины, хотите узнать? А? Он был пресвитером именно Азии. Тимофей, да. А? Да, какой? Знаете, сколько было членов? А, нет. Нет, нет. Нет, не 40 тысяч. А? 200 тысяч человек. 200 тысяч человек. Это историки? Нет. Это около 200 тысяч человек. Представляете себе? Пресвитером на 200 тысяч человек. Почему нет? Почему? Йонги Чон миллионную общину имеет. Да, я Ким Чин ели. Услышьте, услышьте. Сегодня как бы церковь имеет, или церковь за границей иметь там, например, 20, 30, 100, ну, как бы 30 тысяч человек. Это по сравнению с некоторыми церквями в Индии, в, будем говорить так, в Африке, в других местах есть, это считается детский сад. А другими словами, у нас есть новоиспеченный Папа Римский. Он считается пресвитером или нет?
Конечно, уже целую деноминацию. Сколько там миллионов? Или миллиард? Понимаете, да? Услышали это. Я вопрос говорю о том, что возглавлять и управлять общиной. Поэтому на то время историки примерно придерживаются вот такому пониманию, что около 200 тысяч человек было тогда верующих, и Тимофей был служителем. Поэтому Павел пишет к нему: ты не бойся, пускай никто тебя, твою юность твою не оскорбляет. Ты будь тверд и мужественный. Понимаете, он наставляет его очень так прилично. А вот вопрос: если это была фактически греческая территория, зачем его обрезать? Вот представляете, зачем его обрезать, если это была греческая территория, это была церковь? Ради мамы, пап, с мамой, бабушкой, и ради иудеев, чтобы он вдруг приедет на какой-нибудь из праздников из трех, да? Суть не закона. А для ради иудеев. Значит, иудеи каялись, они приходили в общину. Это как бы вопрос не был такого четкого разделения между церковной литургией. Тогда не было церковной литургии, не было каких-то церковных действий. Это был образ жизни, который велся всей общиной. И он был, извините, пожалуйста, более иудейский, нежели греческий. Вы понимаете, да? И поэтому, я думаю, это мое личное мнение, поэтому его как бы и обрезали ради иудеев. Мы даже не знаем, где был Филипп, но мы знаем, что большинство апостолов, да, большинство, да, может быть, да, Филипп был в Африке в основном, даже, наверное, дошел до Эфиопии. Да, но большинство, мы знаем, что они закончили жизнь мученической смертью. Это как бы подвиг. Но особенное место в уже как бы современном христианстве сыграл Рав Шаул, Павел. В чем его иудеи до сих пор обвиняют? Я сам лично читал книги, известнейшие евреи мира за историю Израиля и все евреев. И я как раз специально взял, я потому что вот такая толстая, там один раввин писал, и нашел Ишуа, и они пишут там, не пишут его имя Ишуа, пишут Иисус, да, Иисус, на английском языке, и потом, и характеристика ему очень даже положительная такая. Религиозный ребе, следующий закону Израиля, обрезанный, как бы, но даже не назвали, даже его не назвали начинателем христианской веры абсолютно, что он вносил как бы такое новые поправки и был очень знаменитый и так далее, как бы, но как бы закончил неуспешно, как бы, но следующий там один из Павел, начинатель христианства. Да, вот этот вот еврей и начал весь сурбур. Да, вот это такое. Почему, фактически, вопрос, почему именно так вот резко так? Наверное, на том понимании, что большинство своего учения, он понимал суть закона. И мы видим, что он говорит по своему вероубеждению, я фарисей. Да? То есть законник, он знал закон, он знал очень хорошо. По ревности он был как зелот, то есть гнал, но все я почитал за ничто ради того, чтобы познать Господа, как он познал меня. Другими словами, через призму закона, через призму Торы, через призму принципов даже фарисейской веры, да, он проводит работу среди неевреев. Понимаете, да? Среди язычников. И всю работу среди язычников он делает через синагогу, где он имел контакты. И вот там-то происходит разногласие такое о том, что он оспаривает
позицию, которая очень часто обвиняет евреев, мессианских евреев, о том, что мы сильно хотим узаконить закон. Вот так вот, действие закона, да? Что вот Христос призвал нас к свободе, и кто во Христе, тот новая тварь, то есть мы все свободны. Но вопрос, свободны от чего? И вот Рав Шаул, он начинает оспаривать, но фактически, я вам хочу сказать, в чем весомость Павла была в развитии мессианского движения? Он смог, услышьте меня внимательно, он смог узаконить принципы внутренней работы общины. Вообще общины как таковой. Потому что как бы, тогда еще не, они не делились на язычников или же иудеев. Мы же вам, с вами об этом говорили. Если Тимофей был обрезан ради иудеев, и он был пресвитером над иудеями тоже. Понимаете, да, то есть как бы разницы нет. Но он сделал внутренний устав своей общины. Узаконил принципы работы общины. Он смог пересадить, будем говорить так, иудаизм, так как таковой, законы Торы и принципы еврейской общины, приспособить их в римско-греческое сознание не евреев. Он реально адаптировал это, смог это сделать, в чем был очень успешен. Адаптировал принципы Торы и иудейского образа жизни он пересадил, пересадил вот из иудейства на греко-римский образ жизни, будем говорить так, пересадил. Фактически ему помогли в этом сами апостолы, или же и главная церковь, Иерусалимская церковь в этом помогла. Деяния апостолов, 15 глава. Давайте посмотрим ее, пожалуйста. Если у вас есть Библия, пожалуйста, вот, давайте откроем. Это очень-очень интересно, потому что там разбираются вопросы, которые касались уже действия всей общины потом по всему миру. Деяния апостолов, 15 глава. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Дух Святой, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Интересно, он делает выражение, что вы знаете, что Бог что-то сделал, он меня первым послал. То есть он говорил об этом, вы стали свидетелями, и что он не положил различия между вами и нами. Мы люди, и они люди. Они верят, и мы верят. Они что-то делают, и мы, как бы, так, у нас есть вера. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников его, которые не могли понести ни отцы ваши, и ни мы? Другими, не совсем так. Гиюра. Обращение. Путь гиюра. Если вы сегодня хотите пройти гиюр в синагоге, да, то это не совсем будет легко. Есть принцип. Некогда дожидается своего обращения, или уже смехи. Бумага, которая, так сказать, уже обращенная, да,
Некоторые 3, 4, 5, 10 лет дожидаются. Это не легкий вопрос. И он говорит, те принципы, которые сегодня действует иудейская община, они сложны. И фактически он говорит, это обращение, которое вы хотите положить на них, не могли понести ни вы, ни вы, ни ваши отцы. Другими словами, сами-то в этом уже вы выросли, и вам трудно. А вы хотите людей, которые не знали Бога, их привлечь через гиюр к закону, который не, тяжело и вам его исполнять. Вы понимаете, да? На самом деле закон, он закон. Нарушитель одной заповеди становится нарушителем всего закона. Поэтому нужно было принципы очищения. Но при всем этом, это помогало мессианской общине быть, как мы, помните, говорили, упорядоченной. При всем том, что они были равны, но не было хаоса, не было беспредела. Эти принципы иудейского образа жизни, они помогали им как бы быть подотчетными, быть послушными, знать свои права и знать, что нужно, они могли требовать от своих старших. Вы понимаете, да? Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения, чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков, сказал. То есть, после того, как все высказали, Яков делает итог. Пресвитер над Павлом, пресвитер над Петром, извините. Это такое, при всем то, что Петр говорит, меня первого избрал, но при этом главенствующий пресвитером был Яков, Иерусалимской общины. Это, по-моему, я говорю о том, что как у них и шло подчинение. Это нормально. Нет. Пришли. Да, это как бы то, что Иешуа сказал о нем, что вот на этом камне я построю церковь. Это было только как бы не то, что он будет главным, а то, что он будет проповедовать Евангелие и так далее. А за заботу о Иерусалимской, об общине и вообще нес Яков, брат Иешуа. И что интересно, он делает заключение. Для меня это интересно, потому что когда я был в Зимбабве, среди евреев, которые там находились, мы могли все высказать свое слово, как бы мы могли проповедовать, там еще что-то говорить, да. Но последнее слово, заключительное слово в собрании нес глава колена. Да? Не то, что он, там конкретно, ты закончил все, и тут все собрания, даже ты раввин или там, они так делают, так, тум, и председатель всего колена, не все общины, там они делятся как бы на семейство, да, там районы, он как глава, он делает заключение. И после него расходится все собрание. Он сказал и все так сделал, записали и сделали. Яков делает то же самое здесь. И он, да, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Интересно, что мало здесь описывается, что Симон говорил. Но он говорит о том, что что-то больше. Он говорит, как Бог призрел на язычников, чтобы составить из них народ себе. Значит, были какие-то, наверное, дебаты. Наверное, были какие-то основания. То есть, вы должны понять, еврейская община, они не просто так принимают решения. Они должны были основываться на писаниях. И я думаю, что поднимались пророческие писания, чтобы подтверждение было тому, что то, что Петр делает, это не самоброд. И там, знаете, как бывает, после шаббата тяжелого было сновидение. Проснулся утром
И нужно было что-то не помрачение в голове, нужно было каким-то язычником идти, понимаете, да? Не это, они все это рассуждали, они спорили, потому что написано до этого, что был спор между ними, разногласие даже такое понятие, да? И он сим согласны слова пророка, как написано. Он говорит, подтверждает уже пророческие слова. Потом обращусь и воздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее. Чтобы взыскали Господа прочие человеки всех народов, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Опа. И Иаков так просто не кидается словами. Он начинает использовать то пророческое слово, которое говорилось, и поэтому, как бы, как делая, знаете, такую печать такую, что следующее мы должны делать. Ведомым Богу отвечены все дела его. Посему я полагаю, не мы решили. Вы понимаете, да? Я вас выслушал. Я выслушал Симона, выслушал все споры, я Павла и Варнаву, мы послушали, мы выслушали пророка, который говорит, и я решаю. С этого момента так должно быть. Скажите, кто-то оспаривал это потом? А? Было ли разделение тогда после этого? А у нас, как бывает часто, как бы среди... Да, вот как в анекдоте. Нам сегодня нужно будет выбрать нового председателя синагоги. Мое предложение мистера Голдмана вызвать как председателя. Встает тетя Маня и говорит, я против, что у Голдмана дочери непорядочные. Ее дергают за руку, говорит, у него сыновья, один доктор, другой адвокат. По крайней мере, я высказал свое мнение. Вы поняли, да? Это здесь... Понимаем, что здесь происходит что-то особое, ведомое. И вот он говорит, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников. То есть не препятствовать им приходить. Но да, напрягать, но не так, как мы думаем. А написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делать другим того, чего не хотят себе. Это часть добавленная, как я понимаю, небольшая, да. Ибо дальше, то, что не читают в многих церквях и не хотят это разбирать. Следующий, 21 стих. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Что это значит? А? Что значит не ответили? Не, ну смотрите, то, что делается у нас каждую субботу, это чтение Торы и комментарии, то есть он поясняет, имеет проповедующих. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из среди себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, передать людям привет и письмо от Иерусалимской общины. Да, но суть-то все начинают говорить о том, что о, обрезания там нету, сказал, чтобы нужно обрезываться. Ну и все. Поэтому вот эти вот вещи, четыре вещи, это для язычников, все остальное для иудеев. Не заметив того, что Иаков говорит, что закон Моисеев, то есть обращались-то их как бы пытались, чтобы они сначала приняли закон Моисеев, а потом уже Иешуа. А Павел говорит, подождите, они уже приняли Иешуа, а с ними полноту всего закона, потому что Иешуа есть слово, сошедшее с небес. Его слово, его обещание, оно пришло, поэтому они уже приняли его. И Яков красиво, на самом деле, он красиво подводит к этому. Он говорит, то, что не нужно, удавлено там, от идолов, от крови, да, и там как бы то, что они хотят себе, чтобы их делали, и это красиво потом, ибо закон Божий. Он говорит, если хотят, они должны быть в синагоге, правда? Они же не говорят, чтобы отдельные, а в синагогу. И в синагоге есть проповедующие. Что проповедовали? Новый закон.
старый. А если ты слушаешь его, то ты понимаешь, что тебе нужно сделать. Этот гиюр ты уже проходишь. И фактически это, ну, как бы подталкивало фактически этих неевреев присоединяться к иудейской общине очень быстро, принимать это решение. Павел освободил, на самом деле, через вот Деяния апостолов христианский мир, как мы называем сегодня, от иудеофобии. Услышьте меня. Я понимаю, что есть от боязни иудаизма. Услышьте меня внимательно. Я знаю, кто-то смотрит, будет смотреть меня по интернету. От иудеофобии. Другими словами, закон добр. Ибо слово Господне, оно для того, чтобы исправлять, наставлять, обличать. Какой закон? Конечно же, это было самое драгоценное. Вы поймите, мы начинаем как бы придумывать какие-то еще вещи. Есть были то, что написано в Торе, и то, что было уже придумано человеком. Например, я вам скажу одну вещь, которая сложная. Да? Это, например, синагога. Вы нигде в Танахе не найдете, что нужно иметь синагогу. Ну, скинь. Когда появилась синагога? И слово греческое, между прочим. Во время Вавилонского пленения. Были далеки от храма. Храмовой не было ни жертв, ничего. Что-то нужно было делать. Сколько лет были в пленении? 70 лет. Целое поколение, фактически. Или там два. Что нужно было что-то делать. Поэтому собирались в маленькие сообщества, как вот здесь, да, может больше, и читалось Слово Божие. И там они учили. Даже больше того, мы видим, когда еще восстановление было многих вещей, да, то многие не читали. После того, восстановили храм, начали читать Тору, плакали, рыдали. Вы понимаете, да? Синагога для чего? Чтобы собирать людей. Поэтому позже уже синагога стала как частью, и фарисеи управляли в основном синагогами. Управляли. И они считали, что это правильно, что через массы людей нужно прививать им святость. И тогда, когда они привьют святость, придет Мессия. Как бы понятно, да? Вот такая позиция. И это синагоги существовали в рассеянии. А на храмовую гору и на праздники нужно было приезжать. Это очень важно подчеркнуть, чтобы мы понимали. И Рав Шаул, он пытается как бы внедрить для неевреев, для язычников понятие, что приходить к Богу, которого вы верите, оно легко. И когда вы придете в синагогу, то есть вы делаете то, что делается в Гиюр, и там, слушая Слово Божие, вы почерпнете то, что необходимо для жизни, для праведной жизни. Но мы говорим, что Рав Шаул сделал целый закон для внутренней позиции общины. И послание к Коринфянам является дисциплинарным кодексом церкви. Первое, второе послание к Коринфянам является дисциплинарным кодексом уже современной церкви. Хотя все позиции взяты из Танаха. Один из примеров. Есть понятие, как бы из. Он говорит, что бы я сделал у вас, сделавши это? Да? Я бы отлучил такого, да, человека и передал его тело в изнеможение сатане, чтобы дух был спасен в день пришествия Господа. Да. Интересная фраза. От,
да, ну как бы откуда она взята, как бы, ну, очень интересное действие. Когда человек в городе, где жили иудеи, где была иудейская община, да, вот вы так, заболел бы случайно, или не случайно, зараза, такой как проказа. Что делали? Застан, конечно, он должен был, мало того, он должен был себя бить и кричать: нечист, нечист, чтобы его до самого, понятие, да, вот он должен был исповедовать свое состояние. Он не был грех, за греха, бывает, из-за греха такие вещи попадают. Он исповедовал состояние. Его изгоняли, ну, изгоняли, он должен был самостоятельно фактически уйти за город, очиститься, когда очиститься, прийти, показаться и принести жертву благодарения. И потом он может быть частью общины. Действие здесь с блудниками и, ну, прелюбодеями. Ибо их судит Бог. Рав Шаул сразу подчеркивает: ибо их судит Бог. То есть он начинает, он убирает наказание через камни и приносит состояние благодати, то, что делает Иисус. Он говорит: я тебя не сужу, но иди и впредь не ходи. Имеется в виду: покайся и впредь не делай. Другими словами, чтобы человек, если он не покаялся, на нем грех с таким даже не общаться и не кушать. Почему? Потому что, как бы, чтобы он был как прокаженный для тебя, он не чист. Ты должен его избегать. А таким образом, то его легче вывести за стан общины, в котором мы находимся, да? Вывести его за стан, что если он очистится, он осознает свою боль, то, что он проходит, мог очиститься, раскаяться, получить свое исцеление, прийти не во внутрь общины: я все, я с Богом примирился, а к первосвященнику, то есть служителю, показать ему, что он очистился, принести плод покаяния и, помолившись за него, принести благодарение. Да? Как написано, пресвитера помолится, и если согрешил, да, и раскаялся, проститься. И тогда идет восстановление обратно в общество. Они, эти вот вещи, они очень похожи. Первоапостольская община, она существовала под действием именно вот иудейских законов. Стефана побили? Побили камнями. Да? Так, поэтому я хочу, чтобы услышали. Они действовали также с тем же законом. Но Павел, рав Шаул, утверждает внутренний закон общины на основании иудейского закона через благодать и милость, которая являлась Ишуа Мессия. Поэтому у нас сегодня есть эти вот наказания. Аллилуйя. У нас поэтому и существуют вот такие порицания. Неприветствие, например, пойти обличить, порицание на пресвитера принимать при двух или трех свидетелей. Почему? Откуда? И опять же тот же Талмуд, опять же то же понятие, чтобы обвинение не из закона, чтобы не быть лжесвидетелем. Тебе должен быть свидетель, двух или два или три свидетеля. То есть закон, действующий среди Израиля, начал адаптироваться среди мессианской общины для фактически, я вам честно говорю, так вот прямо говорю, для неевреев, которые фактически потом оно стало частью всей общины. Понятно или нет? Почему поверим? Вот ты только по мысли. Там же не перечисливается это самое, Яков не перечисливает: если ты сблудил, тебя должны побить камнями. Рав Шаул получил инструмент в руки, чтобы адаптировать закон и Танах, посадить его на римско-греческие, как бы сказать, колеса, для того, чтобы все остальные язычники могли спокойно прийти. Спокойно прийти.
А мы немножко по-другому начинаем думать. Ага. Что иудеи это другие темы. Давайте, 5 минут перерыва.